Два человека погибли в пожаре в минувшее воскресенье 3 февраля в Шумерле. Обстоятельства сейчас выясняют следователи. Вечером 3 февраля в правоохранительные органы города Шумерли от соседей поступило сообщение о задымлении в однокомнатной квартире, расположенной на 5 этаже 5-этажного жилого дома по улице Маршала Жукова. Прибывшие пожарные потушили возгорание, очаг которого находился на кухне. В зале были обнаружены тела 58-летней женщины и ее 29-летнего сына, которые проживали там вдвоем. По предварительным данным, погибшие скончались в результате отравления угарным газом. Следствие проверяет различные версии возникновения огня, в том числе неосторожное обращение с огнем при курении.